В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла ежегодная школа актива «Вектор», в организации которой приняли участие специалисты Центра сопровождения социально-воспитательной деятельности и члены студенческого совета. Целью школы является саморазвитие участников, развитие лидерских качеств, приобретение навыков организации и управления и, конечно, пополнение студенческого совета новыми активистами. С приветственным словом выступила заместитель директора по воспитательно-социальной работе института Эльвира Закирова. По ее словам, школа актива – это отличная возможность найти новые знакомства и узнать много нового. У студенческого совета самая главная цель – это, конечно, пополнить свои ряды новыми активистами. Так как первый толчок именно к активной студенческой жизни студенты получили, будучи первокурсниками на школе актива «Начни с нами». В сентябре мы провели эту школу для наших новоиспеченных студентов. Далее они были вовлечены в различные мероприятия всех направлений студенческого совета и студенческой жизни. И вот второй как бы толчок и второе дыхание – это вот школа актива «Вектор». Для тех, кто все-таки решил, что он хочет заниматься общественной жизнью, творческой жизнью, еще какой-либо добровольческой жизнью. В первый день для участников школы была проведена серия мастер-классов. Первым стал психологический тренинг Алины Лозовой, тренера молодежного тренингового центра Российского союза молодежи Республики Татарстан. В ее задачи входило выявить среди ребят лидеров, а также создать со студентами команды, которые будут заниматься совместной практической деятельностью. Как отмечает сам эксперт, очень важно начинать в этом деле с психологического разбора участников, ведь так они смогут лучше понимать себя и друг друга, что создаст необходимую атмосферу в команде для лучшей реализации заданий. Они должны понимать, кто какие качества проявляет, как они могут их использовать себе на пользу. Вот, может быть, им кто-то еще нужен для того, чтобы развить еще больше команду. Вот, и таким образом они смогут уже более сплоченно работать. Школа актива уже не первый год пользуется популярностью среди студентов. Еще при поступлении они узнают о работе центра, который помогает с реализацией творческого потенциала. По словам организаторов, в этом году было подано более 50 заявок, которые ребята заполняли в онлайн-формате. В этом году участников школы вновь ждет не только теоретическая база, но и практические задания. Каждый из конкурсантов уверен, что правильно составленная программа поможет им в будущем. Думаю, продолжать заниматься этим. И для меня это будет как новый опыт, новые знакомства. Я возьму это в свою будущую жизнь, потому что сфера деятельности, которой я занимаюсь, будет связана с руководством. Лидерские качества очень помогут, и новые знания – это всегда важно и нужно. 23 марта студентов ждет второй день занятий в школе актива «Вектор», где они смогут принять участие в мастер-классах, а также соберутся в своих командах для создания и презентации своих творческих проектов. Отметим, что итоговый результат прохождения школы будет подведен в мае, когда все запланированные мероприятия и проекты будут выполнены. Каждый из студентов поделится своими эмоциями, новыми знаниями и опытом. Лучших участников, чьи проекты получат больший резонанс, наградят почетными грамотами. Напомним, что информация о школе «Актива» размещена в официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Елизавета Газизянова, Аделина Абдрахманова, Олеся Кадусова, Александр Антонов, Универ Новости.